Приветствую всех, друзья, с вами Чёрный Металл, и у нас Дрокс Оператив. Так, стоп. Дрокс Оператив 2, да. Не знаю, что за игра. В общем, здесь есть опции мультиплеера, насколько я понял, здесь с мультиком можно поиграть, это довольно-таки клёво. Так, о, а тут музыка есть. Sound, music. А, только он тут пропадает, да? Я не очень-то люблю такое. Ну ладно, вроде нормально. Ай, так, что у нас здесь? Давай play тогда. Ship name, new ship. Японская блоха. Я не понял, здесь корабли-то менять можно или нет? Вот такой вопрос, кстати говоря, кто играл в нее. Так, а ну-ка, моды к ней есть какие-нибудь? Сейчас посмотрю секундочку. Друзья мои, это первый взгляд. Надеюсь, не последний. В предыдущей игре я был очень сильно разочарован. Нет, мастерской нету. Я потом посмотрю по интернету, может, моды есть. Так, Shadow... Блин, приблизить нельзя, свинство. Ой, здесь еще сколько разных опций. Японская блоха, ладно. А, так, назову. А, хотя, во, рандом нейм можно. Пифон, Барион. Редко такое встретишь. Что значит рандомайз? А, так тут смотри, у каждого бонусы разные. Так, Advanced Options. Тут, слушай, надо туда переводить, читать. Хардкор я не люблю. Rare Barriers. Тут старт. Я вот здесь двигать могу, надо же. Да, сразу в школу не ходить. Так, ладно, ок, хрен с ним. А это еще что такое? Селик стартинг. Монстр левел? Ага. Ну давай хард. Я понял, что это такое, но я не совсем понял. Так, сектор сайз. О, можно выбирать. Ну, конечно, большой. Мне хватило этой мелокотни. Так. Раз и шесть рейс. Антропонитальный. Тоже надо разбираться. New Galaxy. Service Stage. Диск. Кластер. Спираль. Ладно, выберу диск, чтобы посмотреть хотя бы сколько там будет этих планет, всякой остальной фигни. Так, грид, да? Normal. Very fast rare. И сколько здесь настроек, японская блоха. Select, difficulty, ultima, legendary. Это челленджи. Не понял. Так, ветеран, эксперт. Почему нормал? Я не хочу нормал. И тут пока не пройдешь первые пару шагов. Ага, левел нужен, нужен. Я понял, левел 100. Ясненько. Так, create new sector.
Так. Бэк. Так, я хоть на карту взгляну. Так, System Map. Sector Map. Угу. Судя по всему, секторная карта здесь будет, мягко сказать, большая. Ладно, давай хотя бы System Map посмотрим для начала. Тут хотя бы графон такой космоса интереснее уже, скажу. Что такое? Ой, оно бьется. Но отображается выстрел как будто в правом наушнике у меня почему-то. Может, какую-то инверсию случайно включил. Ну, полетели. Упремся в стенку. Так, ладно, пока летим. Здесь у нас что? Ага, скиллы есть. Интересно. А, вот эти показываю, значит, сколько карт. Уже большая карта. Это уже хорошо. Так. Значит, нам waypoint сюда. Блин, далеко лечу. Давай-ка туда подлетим. А, мы можем посмотреть. Так, jump gate. Waypoint. Это у нас что? Шипьярд. Ага, разные корабли, я понял. Мини-мап. Мап-скрин. А, вот в чем прикол, смотри. Это у нас получается... Вот, в принципе, сам сектор... который мы должны изучить. Но там я аномалию нашел за сектором какую-то. Да? Ну, сейчас проверим, далечу. Да, вот видишь, мы сектор пошли открывать. Значит, здесь мы то, что открывали. Ого! Сдохнет ты, блин. Поняли, что я сейчас делаю? Черт. Да я выпал, а? Уходит гад. И мне не очень нравится, когда за мной постоянно мотаются ракеты. Лучше не останавливаться. На
Значит, его ракеты по нему попасть не могут. Но если по другому кораблю, то попадают. Отстой. Так, мне надо как-то... Чувак... А, нет, не попадает. Я думал, здесь немножко похитрее сделано. Каковы пинал? Блин. Не, ну вообще прикольно. Слушай, это довольно-таки даже забавно. Ух, так, погодь-ка. Вот это я понимаю, напоминает мне что-то космических рейнджеров довольно-таки сильно. Только вот непонятно здесь, дай-ка я попробую через врата-то, я могу тут проникнуться? Ну. На два кредита далеко не улетишь, я понимаю все дела, но, блин. А вот. Не понял. А, закончите квест. Вы уверены? Я вот что-то в этом, блин, как-то сомневаюсь. Привет, ребят. Так, ты торговать хочешь? Торговля есть. Угу. Сколько тут у нас слотов? Можно нанимать команду еще, да? А, так, структура 45. А что у меня тут по команде, да? Помочь вам? Ладно, помогу так. Бабла я так не зарабатываю. Лута тоже мало как-то, но я люблю игры, где дофигища лута. Да что у вас? Щиты я свои не вижу. Это желтые щиты, что ли? Ух ты, какой кораблик-то интересный. Ох, как они лупят-то мощно. Слушай, вообще прикольно, я уже чувствую дух реальных чек. Космический инженер, наверное, слишком много играл. Так, а что это я тут понахапал? Где карга мой? Да и... Докс оператив. Бэк.
Господи, сколько здесь, что за хрень была сейчас? Так это что? А, это корабли, которые я тут нахожу, то есть я их так открываю. Как интересненько. А что, прикольно смотрится. И это корабли, которые я убиваю, я не понял. А, ладно, так, мне нужен инвентарь. Инвентарь, вот, что я нашел, да, получается? ЕМП. Это я могу себе как-нибудь ставить, да? Канинство, все. Что он мне написал? Ага, неизвестный компания. То есть его надо изучить. О, серьезно? Он сейчас исчезнет? Нет. А, так я могу здесь выполнять таким способом, так. Нанитный ремонт, Trust Boost, Energy Spa. Ага. Так, астероиды даже есть случайные, да? А ты пусть его вот, смотри, я отлететь не могу, я уже на войну нарвал. Мне нравится, в принципе. Так. Сдохни, я победил тебя. Я мелкая блоха, но кучучая. Ничего лута нету, да вы издеваетесь. Ёлы-палы, а. Угу. Ну ладно, с квестами я буду разбираться потом. В принципе... Эллен принтскрин не работает. F12 тоже не работает. Да что, прикололись что ли? Погоди, а что F12? Нет, F12 хотя бы работает. Так, слушай, может через F12 эти просматривать? Ладно, Restore Water Supply. Так, нужен груз воды. Radiation. Ой. Надо вообще посмотреть настройки, может русские есть. Хотя ладно, нету вот этой и пофигу. Игрушка вот эта вот мне сейчас напомнила космический инженер. Она, в принципе, вышла уже. В принципе, интересно даже. И... Ну да, сектор тут маленький, но какие-то видел за пределами сектора, все же есть какие-то хрени. Ох, ёлы-палы, тихо вы. Алиса, японская блоха. Менты. Бля, менты. За что? Меня. Фух. Стоп, а это что такое? Теперь мне стало интересно, если честно, тут много ли секторов? Ага, могу просканировать аномалию. Давай посмотрим. А, вот что он был. Блин, нарвался на ментов сразу. Здравствуйте. Хотели? Че он болтается так беспорядочно? А, это структура. Ну это что за хрень такая? То есть смотри, я нашел брошенный какой-то кораблик, как интересно.
опять полиция. Ох, менты как обложили. Менты! Так, тихо, тихонько. Ох, ты ёб... Я это сейчас приторможу, у меня все будет даун. Ты что здесь делал? Какой наглый! А, это... Я думал, там один. Какая приставучая эта плоха. Нет, все-таки ракеты задевают свои. Да, они своих задевают, либо это меня просто. Я ехать не могу. Это не меня хочет. Да. Блин. Ладно, я думаю, вполне для первого взгляда хватит. Слушай, я думал, здесь ракеты, если ты полетишь на противника, в принципе, ты как бы здесь их не отобьешь. Ну, короче, они врежутся в противника. Вот это было бы классно, если честно. Ну, честно говоря, халявно, да. Но я думаю, изначально так и получилось. В итоге они не взрывались. Вот смотри, игра, сразу много экшена, сразу уже дух инженеров, правда я не помню, на полицию нарвался по ходу дела реально. Вот уже игрушка более-менее нормальная. Стоимость у нее, сейчас скажу. Угу. 419 рублей, ну, могу сказать, стоит своих денег. Ну, хотя это надо дальше посмотреть, сколько там контента, на сколько часов. Ну, такой, друзья, мой первый взгляд. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии просто оставляйте под видео на ютубе. И кто играл в эту игру, напишите, пожалуйста, там большая карта или нет. Хотя бы сколько примерно секторов, а то что-то как-то непонятно.